мы долго решали, как быть и что делать. Дело в том, что многие проекты уже готовы. И мы готовы были провести этот фестиваль в октябре. Но ситуация складывается так, что мы не сможем пригласить большое количество аудитории на наши проекты или гостей в город Иваново. Поэтому мы приняли очень непростое решение. Мы переносим фестиваль «Первая фабрика авангарда» на следующий год и проведем его, как только будет возможность. Скорее всего, весной. При этом мы заверяем, что все наши договоренности, все наши отношения будут сохранены. Все проекты состоятся, и даже больше. Еще до того, как пройдет фестиваль, будет продолжать свою работу лекторий, будут происходить какие-то события, о которых вы, конечно, узнаете из нашего сайта. Оставайтесь с нами. Желаю вам искренне здоровья, счастья, успехов в творческой жизни. Всегда ваши, организаторы фестиваля «Первая фабрика авангарда». До встречи в Иванове!